Во время рисунка важно помнить, что ошибки бывают критичные, некритичные и те, которые работают в плюс. Критичные – это те, которые разрушат вашу композицию. То есть их хочешь, не хочешь, на любом этапе заметили, придется исправлять. Некритичные – это те, которые можно и оставить. То есть, возможно, их исправление нанесет больше урон, чем если вы их оставите. Поэтому выбирайте ошибки, которые можно исправлять и которые не обязательно исправлять. И те ошибки, которые работают в плюс. Приведу пример. Композитор Александра Пахмутова, когда записывали песню «Беловежская пуща», из всех вариантов идеально спетых выбрала тот, где у солиста в одном месте не сомкнулись связки от перенапряжения. Она прекрасно понимала, что этот маленький дефект даст очарование этой песне. Вот так и вы, каждый раз, видя ошибку, не спешите ее исправлять. Подумайте, а стоит ли?